Ребята, всем привет! И давайте в данном видео расскажу снова о проекте BugLab, в данном случае на примере его White Paper, ну и там разберу одну важную составляющую данной платформы. То есть White Paper, для тех, кто не знает, давайте открою как раз таки это детальное описание той или иной площадки, в частности проекта BugLab. Ну и здесь мы с вами видим 39 страниц, в общем-то, обзора на данный проект. Ну, конечно же, всем разбирать не будем. Я вот сразу перешел к решению BugLab, и давайте поговорим об этом. То есть вообще платформа BugLab связывает организации, которые имеют потребности в сфере информационной безопасности. А их имеют, по сути, все. С сообществом сертифицированных пентестеров в мотивирующей среде, где тестеры вознаграждаются за обнаружение системных уязвимостей, ранжированных по степени опасности и потенциального воздействия. Ну и давайте разбираться с главными характеристиками данной платформы. Так вот, у нее есть несколько плюсов. Прежде всего, это открытый конкурс. То есть, что это такое? После того, как компания представила общую информацию, в общем-то, и запустила конкурс, сообщество получает публичное приглашение принять в нем участие. Также есть закрытый конкурс, то есть клиенты могут выбрать для конкурса некоторое количество пентестеров из сообщества или привлечь проверенную команду из известной фирмы по кибербезопасности. Далее, что у них еще есть, это фильтры для отбора. Давайте тоже, в общем-то, чуть более детально расскажу, что это такое, да? Так вот, при проведении закрытого конкурса у клиентов есть возможность отобрать пентестеров по различным критериям, таких как, допустим, страна, баллы, квалификация и так далее. Потому что для некоторых людей, для некоторых клиентов именно, это, безусловно, может быть важным, и, безусловно, фильтр это очень удобно. Далее, что у них еще есть, это система сортировки. То есть перед тем, как отобразиться на информационной панели клиента, указанные в отчетах уязвимости проходят через их систему сортировки, то есть систему как раз таки проекта BugLab, да, соответственно, и тут отсеиваются повторы. То есть клиент гарантированно получает извещение только об актуальных для него отчетах. Теперь про отчеты тоже скажу. Так вот, компания получает отчетность по результатам своих конкурсов. Это позволяет получить сводку результатов каждого конкурса, и клиент может графически сравнить уровень безопасности своих активов и оценить достигнутый прогресс. Также у них есть самостоятельное управление, то есть компании предоставляются на выбор три вида управления конкурсом, то есть такие как базовый, профессиональный и корпоративный. В последнем случае за сортировку, квалификацию и оценку отчетов отвечает клиент. Также у них есть посредничество, то есть если клиент выбрал вариант самостоятельного управления своим конкурсом, то какой-либо пентестер из сообщества может попросить BugLab выступить посредником. Это может потребоваться, если пентестер сочтет ошибочным присвоение баллов или результат валидации. Также добавлю еще, что команда BugLab может получить информацию относительно предмета спора и непредвзято оценить ее. Также список лидеров тоже, в общем-то, это важная составляющая. Так вот, на информационной панели показываются рейтинги пентестеров из сообщества в соответствии с их опытом и результатами на платформе. Вот, и, соответственно, это делает более заметным лучших пентестеров, упрощает отбор конкурса для подбор участников для закрытого конкурса. Ну и также здесь что еще есть? Это чат, то есть каждый отчет об уязвимости. Это возможность пообщаться с пентестерами, получить от них помощь в устранении проблемы. И также у них есть, в общем-то, еще одна важная функция, еще одно важное решение у проекта BugLab. Это сопровождение исправлений. То есть, что это означает, тоже давайте разберем. Так вот, означает то, что при уровне управления корпоративный BugLab проверяет, внедрено ли исправление. Но я еще раз напомню и покажу вам уровни. Так вот, корпоративный уровень — это последний, можно сказать, и самый такой вот продвинутый вариант, где как раз таки BugLab делает максимально эффективно свою работу как раз таки по поискам, собственно говоря, неисправностей, ну и по их устранению в перспективе. Ну что ж, я надеюсь, что все эти решения, которые я разобрал сегодня, помогли вам лучше разобраться в проекте BugLab. Если вас интересует этот проект, то можете заходить на их сайт, ссылка будет в описании к видео. Тогда всем спасибо за внимание и всем пока!